Сегодня поговорим о франчайзи компании Cozy Home. Добрый день, с вами Волков Константин. И сегодня я хотел бы рассказать о наших партнерах, о тех людях, которые открыли магазины Cozy Home по франшизе. Всего в компании сейчас порядка 80 магазинов, еще 50 магазинов мы планируем открыть в 2021 году. Из этого количества магазинов, часть магазинов работает по франшизе, и их количество каждый год растет. Мы не только предлагаем партнерам открыть магазины в новых торговых центрах, но готовы переоформить действующие магазины на своих партнеров. В чем преимущество данной модели? В том, что человек, заключая с нами договор по франшизе, может оцифровать свой бизнес. Мы уже знаем, какой был трафик в этом магазине, какая там у нас конверсия, какой средний чек, какая покупательская способность. И человек может уже конкретно просчитать экономику своего магазина и без проблем принять комфортное для себя решение. В новых магазинах, которые мы открываем с нуля, у франчайзи тоже мы оказываем максимальную поддержку. Мы замеряем трафик, совместно принимаем решение, совместно рассчитываем экономику, и человек уже понимает, какая дача будет у него от открытого магазина. Если говорить про конкретные примеры наших франчайзи, портрет франчайзи примерно следующий. Это могут быть жены каких-то бизнесменов, которые открывают свои магазины, полностью им занимаются. Это могут быть семейные пары, которые занимаются этим бизнесом. Это могут быть люди, которые уже имеют магазин по франшизе с другой компанией, и они дополнительно покупают наш магазин. Города, где у нас открыта франшиза, это не только Москва и Санкт-Петербург. Это есть и Оренбург, и Барнаул, это есть и Казань, это есть и Волгоград, это есть и Липецк. Наш магазин позволяет людям зарабатывать приличные деньги. То есть в среднем партнер по франшизе зарабатывает порядка 2,5-3 миллионов рублей в год со своего магазина, что является на сегодняшний момент достаточно неплохим доходом, учитывая, что большую часть регламентов, большую часть процессов компания берет на себя. Есть магазин в торговом центре Домодедовский. Открыт он был 4 года назад. Площадь там порядка 80 квадратных метров. Арендные платежи порядка 250 тысяч рублей. Партнер в этом магазине продает порядка 30 миллионов рублей в год и зарабатывает чистыми порядка 3,5 миллионов рублей в год. Магазин в Москве «Принц Плаза» продает порядка 45 миллионов рублей в год. Арендный платеж там побольше, порядка 500 тысяч рублей в год. Но заработок примерно такой же, там 3,5-4 миллиона рублей в год партнер на нашем магазине зарабатывает. Вот эти магазины, они фактически окупаются меньше, чем за год, возвращая инвестиции, вложенные в оборудование нашего магазина, и полностью за год человек окупает эти вложения, то есть работает с доходностью практически 100 годовых. Мы людям, которые интересуются франшизой, всегда разрешаем, позволяем прийти в наш любой магазин, посмотреть, как это работает, посмотреть, какой там коллектив, какая там экономика, пообщаться с другими франчайзи, которые расскажут про подводные камни и подтвердят правдивость наших слов, или мы где-то проверяем. Более того, в случае, если у вас бизнес не пойдет с этим магазином, мы все заинтересованы, чтобы его сохранить. Мы выкупаем магазин у франчайзи. У нас было два случая, когда мы выкупали магазин у партнеров по разным причинам, забирали себе обратно. В одном случае партнер просто переезжал в другой город, а во втором случае человек просто не тянул работу в магазине, и мы предложили ему вернуть ему деньги и забрать магазин себе обратно. То есть в результате все остались довольны, мы сохранили магазин для компании, партнер полностью вернул свои инвестиции и, кстати, открыл у нас магазин в другой локации. В этом видео я кратко рассказал о наших партнерах, привел несколько кейсов в пример. Если у вас есть конкретный интерес, то мы всегда с удовольствием ответим на все вопросы, покажем более детально все примеры, расскажем про экономику магазина, покажем физически, какие магазины где у нас расположены, какие мы вам готовы продать или какие предложения мы готовы вам дать на рассмотрение. Информация по франшизе есть у нас на сайте, контакты у нас есть на сайте. Пишите, не стесняйтесь, возможно, это позволит нам с вами построить достаточно успешный многолетний бизнес. С вами был Волков Константин, пишите комментарии, с удовольствием на все отвечу и подписывайтесь на мои видео, чтобы не пропустить следующие выпуски.